Команда, всем привет! Забыла вам рассказать еще про акцию, которая сейчас идет, называется «Курс на лето». Сейчас размести заказ на 50 баллов бонусов и получи возможность заказать вот такое вот классное летнее полотенце за 299 рублей в следующем каталоге. То есть в следующем каталоге, в шестом, да, вы можете заказать вот такое вот классное полотенце. И давайте мы с вами откроем новую маску. Маска новая, шведский спа. Маска наносится на лицо, на сухую кожу, оставляется на 5-10 минут. И удалить средство теплым полотенцем. Я так понимаю, нужно будет смочить полотенце в теплой воде и удалить. Да, то есть не смывая. Вот такая вот малышечка. Аромат точно такой же, как у всей серии шведский спа. Ну все, буду тестировать. В общем, вот такая вот маска. Пробуйте. Так, маска Optimals. Такая она гелевая. Тоже аромат у нее потрясающий. Вот такая вот баночка. Все закрыто под пломбой. Тоже аромат у нее просто... Очень, кстати, она круто работает. Очень увлажняет лицо. Прям такая вот... обожаю. Ее, конечно, можно было заказать сразу штучки две. Так. Тональная основа. Giordani Gold. Что тут у меня такое? Giordani Gold. С пипеточкой. Смотрите, какая она классная. Мне помогла выбрать цвет Наташа Кузнецова. Вот, поэтому, если вы сомневаетесь, какой вам цвет подходит по тональным средствам, пишите Наташе Кузнецовой, она вам все подскажет и поможет. Она мне рассказывала, что нужно посмотреть венки на запястье, какие они цветом. В общем, тут оказывается целая технология. Мне подходит слоновая кость. Это тональное средство подходит для тех, у кого идеальная кожа, у кого нету неровности, шероховатости, да, у кого прям вот такая вот гладкая кожа, и тональное средство вот это будет ложиться прям вот таким шелком. Вот, обожаю вот эту тональную основу. Так, заказала хайлайтер. У меня есть сухой, но я заказала еще такой попробовать. Мне хочется попробовать все в Oriflame. Вообще, я обожаю это дело. Такая тоже малышечка. Хайлайтер. Не знаю, наверное, пальчиками можно ее наносить, да? Вот такая вот она. Жиденькая. Вот так я понимаю, что надо сюда наносить. В общем, надо пробовать. Такой нейтральный запах. Тоже буду пробовать. И средство, которое я очень ждала, это палитра маскирующая. Как раз таки вот у меня не выводится этот пигмент. Можно, кстати, и прыщики, да, тоже корректировать этой штучкой. Когда я ходила на макияж, и мне визажист посоветовала вот эту вот штучку. Она действительно очень классно перекрывает и незаметные веснушки на самом деле. Вот поэтому такую штучку берите. Она сейчас, кстати, идет со скидкой в этом каталоге. Тоже такая малышечка. Вот такая. Вкусно пахнет. В общем, вот такие вот у меня покупочки. Все для нашей семьи. Новиночки. Буду все пробовать. Буду снимать сторисы. Буду снимать видео с масками. Обожаю Oriflame.